увеличили на 24%. Речь о заработной плате, которую повысили медперсоналу в одной из ульяновских частных клиник. Достойный уровень оплаты труда – основа соглашения между региональным Минздравом и 26 частными центрами. Повышение зарплаты идет для всех сотрудников, то есть это начиная с младшего медицинского персонала, санитарочки, которые, так скажем, обеспечивают все, что вы здесь сейчас видите, до среднего и старшего медицинского персонала, медсестры, врачи. 24% это еще не предел, соответственно, на следующий год также план пока стоит 15%. 15% – средний процент повышения уровня дохода сотрудника медицинских организаций негосударственного сектора. В частных клиниках, как и в поликлиниках, возросла нагрузка. Поток пациентов большой. Специалисты связывают это с пандемией. Да, очень много пациентов обращаются сейчас в частные клиники. Наверное, это связано с тем, что поток пациентов у нас не такой большой, как в поликлиниках. Они меньше контактируют друг с другом. У нас достаточно... Я считаю, правильно работают девочки в регистратуре, записывают пациентов с определенным временным интервалом. Многие частные клиники, кроме платных услуг, ведут прием и по ОМС. В основном это диагностические обследования. По ОМС в рамках договоренности с Министерством здравоохранения у нас это диагностическое обследование, различные виды УЗИ для населения. Зарплату медикам повышают и в госучреждениях. Работа ведется поэтапно. Согласно майскому указу президента, этот показатель должен составлять у врачей 200% от среднемесячного дохода трудовой деятельности по региону. У среднего и младшего медперсонала 100%. Рената Алиулова, Сергей Кудаков, Управда ТВ.